Витязи и богатырей обрел. А это не одно и то же? Ну, а как бы это одно и то же, но Витязи чуть-чуть. Богатыри, они очень-очень добрые богатыри. Злых богатырей нет ни одного сказания про слово богатыря. А Черномор? Он не злой. Дядь Черномор не злой, он воспитатель 33 богатырей. У них даже имена, кстати, есть. Ты знал об этом? У каждого есть имя. Там Волька есть такое имя. Богатырь Волька. Он не злой. Они иногда поступают сурово, но они не по-злому там сказали. А Витязи это более... Витязь живет страстями. Витязь он как бы в страсти может находиться, а у богатыря нет страсти. Хотя есть сказки, опять же, о паевых богатырей, где они там такие вообще творили жесткие вещи. Ну, под измененное состояние. А есть сказания, опять, русские народные, где богатырши побеждали Илью Муромца там и других, и прикинь, разрешали им себя в жены взять. Представляешь? Нормально. Нормально, да, тема. Тетька накидала лещей, да? Потом говорит, ну ладно, все, бери в жены. Достойный. Так, мать Кировна, зорким взглядом окинь, пожалуйста. Да. Оптика у тебя еще это, да, там это, как она, ночного видения, там, включил, хоп-хоп. Мне тоже, по идее, очки говорили носить надо, но я отказался, потому что мне диоптрии пришлось бы, у меня зрительный нерв сломанный. У меня бы диоптрии пришлось бы увеличить, поэтому я решил выбрать жизнь слеповатого парня и глуховатого. А при чем тут диоптрии и очки? Ну диоптрии, в очках же диоптрии. Ну да. Если, например, вот я ношу какой-то как месяц, да, поносил бы, потом бы глаза к этому привыкли и начала бы гимнастика, ну нету усилия смотреть, спокойно видится. Началось бы, отставание по развитию, да, именно нервной системы. Зрительные, которые на зрение связаны. Мышц, волокон, там на глазах же тоже у них есть мышцы, которые хрусталики, все эти сжимают, что они там с ними делают. Фактически было бы, как сказать, отупение. Чтобы опять улучшить, в какой-то момент я бы не смог бы что-то там читать или увидеть. Не так хорошо бы мне становилось, да, это делать. Я бы еще попросил бы диоптрии, доктор бы, врач сказал, Сергей Геннадьевич, давай-ка на одну повысим градус, или как, в чем оно измеряется, диоптрию, да, повысим. Я бы сказал, давайте повысим, конечно, что делать. Но все равно это очки наши. В очках не в диоптриях, это в телескопах в диоптриях. А разве очки не диоптрии? 2, 3, там, 5, 10 не измеряются разве? По-моему, нет. Мне кажется, диоптрия да. Это фокусное расстояние линзы. Так. В очках там вряд ли диоптрия, там какие-то градусы, скорее всего. Чтобы лучше видеть, дальше видеть, это что? Это диоптрия же будет увеличиваться? Это диоптрия, но он не в очках. А как же? Очки это тоже прибор, который смотровой, или как он там? Ну да, увеличивающий, увеличительный прибор. Очки. Я не спорю, у них есть диоптрия. Там, когда врач пишет, он не пишет, сколько диоптрии дать. Он там такие градусы пишет. А вот они градусы не диоптриями разве называются? Нет. Нет? Ну, допустим, ладно, у меня бы увеличился бы градус. И сейчас, через 20 лет, после того, как у меня вот произошло вот это вот счастье, несчастье, я был бы сейчас, наверное, вот в таких бы уже, в толщиной стекло. Мне постоянно бы пришлось бы увеличивать. Сейчас, прям секундочку дам. Я вот к чему. А так, да, смотрите, я левым глазом полностью не вижу. Слепой. Правым вижу 4 строчки. Без всяких там этих линзов, там, просто так. А когда очки одевали, так классно все видно, прям глаз, у меня как бы один за два. Стереоэффекта нету, но есть зато вот понимание, видно, круто. Но я носил даже в свое время крутые очки, там, зелено-коричневого цвета, специально, чтобы свет не мешал мне так, не больно, все четко. И денег нормально там, короче, за пятак, это начало 2000-х годов стоили, за 5000. И я их взял, потерял, представляешь. Наклонился, они висели, вот как всегда, вот сюда вот вешал, когда не надо, на цепочку. Тогда еще я там золотишко носил, на цепочку вешал.
И вот как-то, видать, где-то наклонился и просто вот выронил, и все. Очкесы крутые, такие прям стильные, помню, из какого-то фильма какой-то вот этот образ такой. Ну, очки, вид, вернее, очков. Оправа. Какой-то кинчик там нормальный был. Не помню, правда, какой. Ну, в общем, четкие. И подарил кому-то, подгон сделал. Сейчас, секунду. Телефон, мелифон, камера.